Жители Старого Кировска пытаются противостоять внезапным переменам. В частном секторе на улице Минжинского перегородили востребованную пешеходную дорожку. В западне оказались не только люди, но и хозяин участка, через который проходит удобная тропинка. Амичи уверены, всему виной ошибка кадастровой службы. Разбирался в ситуации коммунист Дамир Мунжасаров и съемочная группа «Обком ТВ». Тропинкой на Минжинского местные жители пользуются, сколько они себя помнят. Из частного сектора этот путь ведет к магазинам, больницам, аптекам, детским садам и школам. Когда-то по ней на стройку кожзавода ходили рабочие бригады, а после – само предприятие, те, кто там трудился. В общем, объект социально важный и в какой-то степени даже исторический. В 1947 году она уже была, эта дорожка. И мы все сюда этой дорожкой ходили. Тут был старый клуб. Люди ходили туда, в библиотеку, и кружки всякие там были, и аптека. Этой тропинке через 2 года будет 100 лет вместе с кожзаводом. Во-первых, я хожу по этой дорожке 71 год, и все мои ровесники также ходят по этой дорожке. Здесь 2 школы. Здесь поликлиника, которые дома все русско-полянские, ДСОСовские дома, вот 3 дома. Все ходят в поликлинику, да, филиал от 9-ки. Почта. А как почтальон будет идти нести пенсию людям? Как? Где? По какой дороге? Тропинку жизни по праву перегородил хозяин участка. Во время общения с нашей съемочной группой владелец территории предъявил документы на право собственности. И, судя по всему, они в полном порядке. По мнению амичей, ответственность за происходящее несут те, кто позволил выкупить эту землю, а также затеять на ней строительство. Просто интересно, на каком основании, то есть на какие руководство, с какими документами инженер-инспектор, который с кадастровой, мог перенести этот участок сюда и эту дорожку к этому. Он же видел, конкретно он видел, что здесь тротуарная дорожка, что ее нельзя занимать. Даже если у него идет площадь по документам, он хочет сделать здесь участок большой, и она залазит на дорожку, он должен был прекратить это дело и сказать, что извините, мы занимаем городскую дорожку, вот эту тропинку. Обе стороны конфликта выслушал омский активист, коммунист Кировского местного отделения КПРФ Дамир Мунжасаров. По мнению представителя Компартии, помочь людям можно, но для этого необходимо проделать массу работы. Заручиться придется поддержкой самих людей и, конечно, депутатов, избранных на этом округе. Поступило обращение от жителей по улице Минжинского, 1В, с недовольством за перекрытие тропиночки. Она выходит на инфраструктуры, как на почту, на школу, больницу. В ближайшее время будем подавать запрос депутатам, чтобы вопрос решился в пользу жителей. В данный момент, уверен представитель Коммунистической партии Российской Федерации, есть 2 варианта решения проблемы. И если не удастся договориться с хозяином участка о переносе границ его собственности, придется требовать от администрации Омска оборудование другой пешеходной дорожки. Старая тропинка со славной историей была частично асфальтирована. Новый объект, надеется Дамир Мунжасаров, будет столь же удобен для всех жителей района. Бронислав Дроздович, Александр Филиппов, Обком ТВ.